Тем временем в РФ не устают питать влажные надежды о захвате украинских территорий. В этот раз высказался экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов. Говорит, России нужны еще Николаевская и Одесская область. Все для того, чтобы Украину в НАТО не взяли. Нужно обязательно Николаевская, Одесская область, как это обязательно, для того, чтобы не допустить мотивации НАТО, Запада, взять ее в НАТО, Украину.